Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать информацию из BotHelp в GetCourse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать поступаемую информацию из BotHelp в другие системы. Например, в GetCourse вести учет новых сделок, удобно хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных BotHelp. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт BotHelp к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе мы копируем URL для приема данных и переходим в систему BotHelp. Открываем нашего бота. Кликаем на «Редактировать». Добавляем новое действие. Отправить данные подписчика через webhook. Вставляем наш скопированный адрес в поле. Сохраняем наш результат и соединяем шаги в боте. Теперь нам нужно сгенерировать новые данные, в данном случае путем общения с ботом. После того, как вы сгенерировали данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что сгенерировали с ботом. Если на этом этапе данных нет, попробуйте повторить действия, описанные выше. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных BotHelp успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем GetCourse. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Отправка сделок». Подключаем ваш аккаунт GetCourse к системе Apex Drive. Для заполнения домена и API ключа необходимо перейти в личный кабинет GetCourse. Доменное имя можно скопировать в адресной строке без дополнительных символов. Для того, чтобы скопировать API ключ, вам необходимо перейти по ссылке. Пример ссылки находится в справке по системе GetCourse. Также ссылка на справку будет в описании к этому ролику. В этом месте вставьте ваше доменное имя GetCourse. После перехода скопируйте API ключ и вставьте в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые нужно заполнить для отправки данных о сделке в GetCourse. В эти поля нужно назначить переменные из BotHelp. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример сделки, который будет отправляться в GetCourse. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в GetCourse».
Переходим в систему и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных GetCourse завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!